Не знаю. Иду по какой-то тропе. Не знаю, чья это тропа. Но я иду по ней. Надеюсь, что она куда-то приведет меня. Может быть, к человеческому жилью. А может быть, в логово зверя. Какая-то трещина. Вряд ли от мороза. Может быть, молния ударила. Хотя непонятно. До середины ствола доходит трещина. И ладно, не отвлекаемся. Идем дальше по тропинке. Да, как-то она ослабевает тут. Впечатление, что по ней ходят какие-то низкорослые существа. А вот еще она соединяется с другой тропинкой. Нет, обойдем мы эти кусты стороной. О, тут уже сосенки пошли. Сосенками. Надеюсь, тут будет. О, кто-то скрипит. Вон как качают верхушки. Красиво в зимнем лесу. Обильный снегопад. Какой-то роу. Наверное, пожарная. Обильный снегопад, смотри, как повалял деревья. Даже березонька тоже. Тоже наклоненная. Так. Красота. Теперь бы не заблудиться. Как говорится в этом наставлении юному туристу, если, говорит, прижаться к дереву, то с одной стороны у него будет лох. Так, где же на север? Где юг? Ой, какое снежное царство красивое. Так, ой, я опять на тропинке. Надо торопиться, чтобы там сосиски не съели. Без меня. Вон какой дуб. Дуб-великан. А у него тоже отломило одну лапу. Так, хорош снимать, ускоряемся. Вот. Во, какие снежные завалы.